Возможность получить вакцину от гриппа без отрыва от производственного процесса появилась у работников Московского коксогазового завода. На предприятии есть собственный медицинский центр, куда была приглашена выездная бригада врачей. Без отрыва от производства нам не надо срываться, ехать в медучреждение. Как, допустим, вот крайний раз мы прививались, мы вынуждены были в медучреждение записывать через госуслуги. Сейчас это удобно, безусловно, конечно. Мы благодарны такой возможности. Галина Жадобина работает на заводе более 20 лет и каждый год проходит иммунизацию от гриппа. И возраст у меня такой уже пенсионный. И считаю, что вакцинироваться нужно. Это для здоровья. Профилактика. Руководство завода впервые организовало прививочную кампанию прямо на предприятии. Ранее сотрудники проходили процедуру в медучреждениях. Оценила преимущество вакцинации на рабочем месте кладовщица Мария Пичугина. Получается, тратишь время, идешь, а здесь сразу на предприятие пришел, сделал вакцину и спокойно себе дальше работаешь. Вакцинировали сотрудников отечественными препаратами «Савигрип» и «Ультрикс Квадри». Они отличаются тем, что «Савигрип» содержит яичный белок. Он может, конечно, аллергетикам не подойти, потому что есть аллергические реакции в виде крапивницы, анафилактический шок и так далее. И еще «Савигрип» содержит штамм А. Ультрикс Квадри содержит штамм А и Б. Прежде чем как вакцинироваться, конечно, нужно изучать анамнез, то есть индивидуальный анамнез человека. Если есть аллергическая реакция к яичному белку, то, конечно, уже Савигрип не вакцинировать. Значит, Ультрикс Квадри. Вакцину от опасного сезонного заболевания получили около 30 сотрудников завода, добровольно изъявившие желание пройти процедуру. Медики советуют, прививку лучше делать в начале осени, чтобы к сезонной эпидемии успел сформироваться иммунитет. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ.